Вот. А так кто? Степа гонит. Степан гонит скотину на вынос. А вот тега. Ну-ка я тегу сейчас пойду попробую. Будет он меня трогать или нет. Тега, тега, тега. Да хорошая такая тега. Тега, 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 тега. Ну, ну-ка подожди. Нет, брат, не будет он драться сегодня. Субботний день. Пошел. Какая важность, птица. Ой, ой. Две гусихи в разных местах парят. Парят, то есть высиживают яйца. А это дополнительно. Вот это комплекс лагеря-то. Возле Надежды Васильевны сколько. Тут сам подъемник, турники, качели, тарзанки. Вот это тоже к комплексу можно отнести, голубятня. Элемент воспитания. Вот домик здесь они смотрят. Просмотровый зал. Как это все интересно. Вот. Дальше там склады. Это все надо показать. Это все относится к лагерю. То есть теперь к музею как бы. Это Надежда Васильевна домик. Здесь она. Ребятишки у ней тут. Горох да все шелушат. Что-то помогают. Это скворечник, где я нахожусь. Вот. Это вот зал здесь просмотровый. Здесь конференция. 60 человек свободно помещаются. Столы сразу разборные. Вот так. А это вот склады, где обувь, одежда, на все, на сотню человек с запасом. Вот я показываю, где-то немножко хотя бы увидеть, где-то к этому относится. Это вот веревки натянуты, все стирка. Стирка здесь идет. Здесь вот это все к лагерю относилось. Это теперь к музею. Вполне люди приезжать будут показывать, где дети мылись. Вот это вот рядом с гаражом баня. Баня. Ну, я иду вот в поезд буквально сегодня, нынче трава. Вот руку протягиваю на уровне. Это вот лабос, продукты. Это все хранится такое тяжелое. Балерина называется. А это тестомес. Ну, тут солнце светить не дает. Видите, сколько всего к этому. Это не просто лагерь собрались, это полноценное. У нас только для лагеря 12 туалетов, сортиров. Везде его. Там, где купаются. Сегодня у нас суббота, свободное время. С Володей решили проехать по всем прудам, где мы трудились, 7 прудов. Сделать замер. Замер можем очень точно сделать. Потому что вчера я сделал сажень новой прочности. Сейчас решили с ним ехать. Начиная с Рыжковского пруда. Вот так. А тега я пока ходил, тега пошел на свои дела. Тега идет, идет. Да тега, тега, тега. Он не хочет связываться. Ну, тега, 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 давай. Хорошая тега, ну-ка давай. Тега, тега, тега. Он любит, когда убегает и проезжает велосипед. Боюсь, голову сунет, а списами сразу отрежет. Сегодня вот Галина Веська посоветовала хрен там, как прибрать. Вот остаются дома, ну, будут заниматься этим. Запись. Сегодня у нас 23-е. Вот выгоняют утром коров, овец. Сейчас скажу, куда мы поехали. Коровы уперлись, смотрят. Ага, что-то интересное. Когда Шарику ногу кобели тут отломили, откусили, а я ему надел 5-литровые отрезанные банки, ты как космонавт, скафандр. Да коровы его боялись.
Но видали, людей, как... Да хорошие коровушки, да рога у них какие красивые. Ну, хорошие, хорошие коровушки. Вон бык проветривается. Давай. Ну, хорошие коровушки подошли. Ну, хорошие. Ой. Мой добрый. Пастушка идет. Доброе утро. Доброе они. Они не научены голову поворачивать, здороваться. Так, на этом все.